Ну, в общем, надо было не так. А, перебором тут начали. И что-то они взяли, да, блядь. А что они не за то взяли? Ну, рассчитали, видимо, как-то. А? Рассчитали, наверное. Сейчас заснимем. История Балакова будет. Музей. Я говорю, надо было ему тихонько вот так вот брать нахуй. Не знаю, что. Ну и что за хуйня. Ну, надо тянуть нахуй сейчас сюда нахуй. Я говорю, ох, ты зря вот эту хуйню затеял. Надо было, блядь, ему говорю, шатил бы встал бы, блядь, и аккуратненько вот туда поставил ему, блядь. А сейчас у него получается рывок будет нахуй. Понимаешь, как? Конечно, нахуй. Они хотели лыжи сделать, чтобы по нам подъехал. Лыжи, блядь, вот стоит кран нахуй. Спокойно бы, блядь, взял нахуй. Ничего. Да, ничего не говорю. Будет, да, он сейчас выведет на центр. А, он еще выведет. Видишь, она как поедет, сейчас она. Идет у него. Видишь, он раз майнер. Он смайновал. А? Майновал. Ну, молодец. Я что не говорю. Ну, а проще было. Вот этот кран поставить. Он, конечно, подержал маленько. Да, вообще без проблем, нахуй. 5 минут и все готово. Что ты, дядя, заснял? Я сунел в хули, он не подготовленный, нахуй. Ну, Санька. Сейчас дёрнуть на побудке. Все присутствующие. Видишь, взяли, что-то рассчитали. Что так рассчитали-то? Смотри, как криво она. Надо было брать, так он за ту хуйню брать. Заверните маленько, здесь? А? Вы немножко выравниваете. Нет, я уперлась. Один уголок засекрите, а потом уже легче будет. О, ну, можно было, ну, за оголовок, нахуй, самый брать. Да, он сильный. Он, наверное, коньяки вытолкнул. Ты подъема, хватит. Что ты говорил, 50? А сколько он сейчас вытолкнул, да? Не понял. Что, профилируешь? Нет. Нет. Куда-то не идти? Да, да, да. А, цеплять, вон, веревку привязали. Маленько растянем как-нибудь. Смотри. Конечно, развяжется. А что он там делает? Как ну, крутить, наверное, в какую сторону ему надо. Ну, поставили бы, крутите там нахуй. Загнулось, нахуй. Оно загнулось, нахуй. Сейчас мне придется резать, нахуй. Дыру, нахуй. Ну, он трубу поставим, завтра отдыхать будем, хуй будет. Да, на завтра кран заказывать собирается. Куда? Не знаю, он Бухимов что-то. На завтра кран заказываем, говорит. А чего они хотят это делать, не знаю. Одна труба, это же угодится там. Да. Что-то красное. А? Дубина не пускай, жил угодится там.